вона викликає прям потужні емоції. В этом видеоролике есть спойлеры. Рекомендуем смотреть его после прохождения Hellblade: Senua's Sacrifice. Що це? They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears. А, це типу як трейлер? Ну це те, що ми бачили, те, що ми чули вже. Мені страшно. What if each one of us is always dreaming, even when awake? А що якщо кожен з нас все ж таки мечтає, навіть коли він не спить? Так він може дає на свізу. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. Hellblade. Психоз Senua. Психоз? На туре там психоз был написан. Hellblade: Senua's Sacrifice — это игра о Senua, кельтской воительнице, которая совершает путешествие по стране викингов. А, по краине викингов? Нашу героиню Senua то, что она страдает от серьезного психотического расстройства. Офигеть. Оце цікаво. Тобто вона прибула до них якимось чином? Вау. Исходная задумка Hellblade — создать классическое путешествие героя, полное испытаний. Но такое, где вымышленный мир — это не другая планета или альтернативная вселенная, а мир, созданный сознанием Senua. Однако для этого надо было поставить в центр опыта психотическое расстройство. А данная тема во многом остается табуированной. Эта непростая задача была в равной мере пугающей и интересной. Отправной точкой для Hellblade стала недавно открытая кельтская богиня Senua в Эшвилле, Хартфордшир. Сначала посчитали, что ее звали Senua. Имя мне понравилось, и я его запомнил. Я гадал, могла ли Senua быть воительницей, как Боудика, восставшая против Рима. В то время, когда римляне завоевали всю Европу, на краю Римской империи обитал кельтский народ, который им не покорился. Пикты. О, пикты, я ж казав, пикты. Поэтому римляне построили стену, вал Адриана, пересекающий Британию от моря до моря, чтобы сдержать напор воинственных пиктов. Угу. Пикты отличались боевой раскраской синего цвета, а пряди спутанных волос они мазали и... Король Артур, хтось дивився? Там же ж якраз от и були пикты, які билися проти вікінгів. Известью. Так что в этом образе Senua была воином-пиктом. Аж подивитися захотілося, король Артур. Дуже, короче, класний фільм. Година на три. Пікти населяли Аркнейські острова, що у берегів Шотландії. Изучив історію і повір'я, я вирішив зробити Оркні родиною Senua і заложив основу для бедствия. В конце 8 века на островах высадились первые викинги. Вслед за этим численность пиктов сократилась, и к концу 9 века их вытеснили северяне. Пиктов истребили? Точно неизвестно, но вероятно, учитывая репутацию викингов. Жестокость северян не знала границ. Они часто приносили в жертву своим богам вождей и других видных членов побежденных племен. Самым зверским видом жертвоприношения был кровавый орел. Я представил, как Senua, молодая воительница, возвращается из изгнания и находит возлюбленного Дилиона, принесенного в жертву чужим северным богам свирепыми воинами из далеких земель. Она в изгнании была. В этот миг ужас мог вызвать у нее глубокие душевные страдания. Я узнал, что у кельтов были развитые и тонкие понятия о природе душевных расстройств. В их языке было слово гейльд.
так называли мужчин и женщин, обезумевших от проклятия, боевой травмы или горя. Гейльты уходили жить в лес в поисках покаяния, наказания и очищения. И вот Сено стало гейльтом, проклятая тьмой, ищущая спасение в дебрях. У кельтов было и другое слово для душевных расстройств. Друд, то есть дурак, или тот, кто словами Бога глаголит. Они рассказывают о грешнике, что бежит от битвы в изгнание и уподобляется зверю, отращивая перья. Персонаж по имени Друд основан на жизнеописании Финдана, кельта-ирландца, жившего в 8 веке, которого поработили викинги. Но он смог бежать на Аркнейские острова, где стал монахом. Встретив Сену, Друд своими рассказами подпитывает ее желание окунуться в мир богов-северян. Все было готово для путешествия. Варков. Странствие в подземный мир северян — Хель, видение, возвращенного безумием и мифом. Морока, порожденного больным разумом Сенуа, который она видит наяву своими глазами. Круто. Мне тоже подаваются такие съемки. Создание игры о воине, страдающем психотическим расстройством, чревато различными сложностями. Я таки... бачив у Фрегла. Такие как психоз, табу, не часто освещаются в кино, а в играх так и подавно. В тех редких же исключениях часто не различают психоз и психопатию, связанную с недостатком эмпатии. К сожалению, из-за созвучности этих слов их повсеместно используют как взаимозаменяемые. Признаться, я и сам довольно быстро понял собственное невежество в этом вопросе. Поэтому мы обратились к Полу Флетчеру, психиатру и профессору нейрологии Кембриджского университета. Психоз — это описательный термин, и обозначает он утрату контакта с объективной реальностью. Обычно для психоза характерны симптомы двух типов. Первый — галлюцинации, то есть чувственное восприятие объектов, которые отсутствуют в реальности. Второе — бредовые идеи, то есть суждения, часто очень причудливые и пугающие, основания для которых в действительности нет. Мы связались с Welcome, благотворительным фондом, что тратит миллиарды на программы по исследованию и профилактике для улучшения здоровья. Тема психического здоровья не всегда освещается как следует. Увлечь таким предметом непросто, к тому же с психическим здоровьем связано много предрассудков. Особенно это касается шизофрении и психоза. Надеемся, с нашей поддержкой команда продолжит сотрудничество с Полом Флетчером и теми, у кого есть опыт психоза, чтобы создать игру, которая предложит свежий взгляд на это состояние и поможет публике взаимодействовать с ним так, как не позволяют никакие другие форматы. Цього 8 годин гри, а скільки роботи пророблено? Консультації показали мені, що ми лише поверхностно коснулись удивительно глубокої і інтересної теми, способної обогатити і преобразити саму суть ігри. Не за що. Спасибо вам. Це інтересний опит. Хелке, з тобою згоден. Це реально круто. Наше понимание психоза все еще сопряжено с тайнами, а способы лечения примитивны по сравнению с недугами тела. Увидеть боль и страдания, причиняемые физическим недугом или травмой, довольно просто, чего не скажешь о душевных страданиях и травмах, вызванных психическим расстройством. Но вдруг мы могли бы это увидеть? Игры способны увлечь нас на много часов. Мы играем за героев, не похожих на нас, смотрим на все их глазами и активно действуем в мире, который живет по другим, собственным законам. Чтобы воспроизвести психоз Сенуа, нужно симулировать слышимые ее голоса, типичный симптом. Но как симулировать то, с чем мы лично не сталкивались? ASMR. Профессор Чарльз Фернихоу из Дарвинского университета, эксперт в этой области, предложил помощь.
Слышание голосов чаще всего связывают с серьезными психическими расстройствами. Но стоит особенно отметить, что это часть повседневной жизни многих людей, которых нельзя назвать психически нездоровыми. Мы знаем, что голоса бывают по-разному расположены относительно слушающего. Голоса могут доноситься как будто издалека, могут слышаться прямо в ухе, могут раздаваться внутри головы. Вот он так записывал. На основе сведений профессора Фернихоу я составил памятки для звукозаписи и пригласил актеров в студию. Мы записывали актеров на бинауральный микрофон, что фиксирует трехмерное пространственное положение звука, сохраняя звук так, как его воспринимает ухо. Это создает потрясающее ощущение, будто тот, кого вы слышите, совсем рядом. Рэйчел Уэддингхэм из Voice Collective пришла к нам в студию вместе с двумя людьми, что слышат голоса. Мы долго беседовали с ними об их опыте, потом они послушали наши пробы и подсказали нам, как их можно улучшить. Очень непросто воспроизвести подобные ощущения. У каждого своя ситуация, это крайне личный, глубокий и эмоциональный опыт. Это говорит о том, что в Ninja Theory слушали рассказы специалистов, и что еще важнее, выслушали тех, кто знаком с голосами на личном опыте. Они сумели создать очень убедительную картину, и это лучшее из известных мне воплощений слышания голосов. Другие отличительные черты психоза – видение и вспышки воспоминаний. Мы обратились в Recovery College East, где людям помогают оправиться после тяжелых душевных расстройств. Несколько пациентов рассказали нам из первых рук о том, что они пережили. Бывает, что видение или то, что мы видим, это за гранью. Мы становимся меньше до тех пор, пока видение не проходит. Опрошенные нами люди, рассказанные ими истории, восхищали, пугали и будоражили. Пережитое этими людьми оказалось гораздо ярче, чем все то, что я мог себе вообразить. Мы пожелали воплотить часть их видений и вспышек воспоминаний в игре. Все вокруг словно приближается и увеличивается, и так постоянно. Все вокруг раздроблено, как если бы фотографию порвать и склеить обратно. Когда движешься, это пугает. Ось чому ми бачили ці ефекти. Цвета теперь кажутся ярче. Они как будто светятся. Перша локація. Ну там, де перший босс. Иногда весь мир прямо как калейдоскоп. И это может быть красиво. Когда быстро двигаюсь, это давит на меня. Сознание словно не поспевает. Все расплывается. Часто вижу, как стены волнятся и плавятся. Меня от этого тошнит. Порой мне не за что ухватиться, и я впадаю в транс. Мысли улетучиваются, и все как будто отключается. Це, я так розумію, коментарі різних людей, які мають різні захворювання. І це намагалося продемонструвати в грі. Чтобы отшлифовать нашу работу, мы контактировали с Recovery College East на протяжении полутора лет. Показывали свои наработки и совершенствовали воплощенное в игре на основании полученных отзывов. Я паузу поставив, от Ганзіп написав, розробники офігенно постаралися. Ого. Я б взагалі, блін, мабуть, буду звертати на це увагу, щоденники розробників, якщо вони їх ведуть, сука, вони повинні їх вести. Тому що ти коли бачиш, коли за ширмою яка робота проводиться, ну тут взагалі це просто ніхіра собі. Ти думаєш такий, вау, це підхід, і ти потім розумієш. Ну просто ми багато чого не знаємо, ми не бачимо, ми не чуємо з приводу розробки. Ми думаємо, та, там за компами сидять, там щось придумує, починає кожен працювати. Ні, але коли ти знаєш про компанію, що у них відбувається там поза кулісами, бля, як наскільки це круто, наскільки ти більше починаєш цінувати проєкт. Так, вспышки, воспоминання, видіння і змінене восприятие були вплетені в ігрову реальність Сіно.
Привлеченные к работе над проектом пациенты радовались такой возможности. Они утверждали, что... А ще прикольно, я так розумію, це ж Game 8, коли встановила озвучку російською, вони навіть фільм переклали. Ну, мабуть, я не впевнений, а може це інше. Это очень важно для них, поскольку придает вес их жизненному опыту и показывает, что, несмотря на все пережитое, этот опыт становится значимым. Для нас всех на самом деле важно говорить об этом. Описываемые впечатления варьировались от прекрасных до невообразимо жутких. Одной девушке приходилось уживаться с гневным голосом, который все время кричал на нее, обрушивал на нее двери и стены. Другая часто видела в помещениях трупы повешенных настолько реальные, что иногда она пыталась их спасти. Жесть. Паника и ужас, порождаемые такими видениями, вполне понятны, а для некоторых это подлинный кошмар. Ну, уявляете, так бачите трупы, які висять, просто от перед вами. Пиздец. Я слышал мнение, что весь этот ужас мы должны показать без прикрас. И работая над Hellblade, я вечно терзался. Мы зашли слишком далеко или сделали недостаточно? А, вона рану припекла, я понял. Тільки зараз зрозумів. На поріз великий на обличчя. Так или иначе, слышание голосов и видения были верхушкой айсберга. Есть другая сторона психоза, которую труднее объяснить, но ее, как по мне, можно удачно показать с помощью видеоигр. Ту сторону, которую называют бредом. Люди начинают видеть алгоритмы, связывать между собой то, что другие не стали бы. Большую часть подобного мы посчитали бы случайностью, сущим пустячком, не более того. Но для них этот пустячок может иметь особый смысл. Один человек рассказывал, как обыденные слова, звуки, цвета и объекты были наполнены для него значением. И из них складывалась странная, зловещая головоломка, которую он очень хотел, но не мог решить. Это не просто дисфункция мозга. Это не выход из строя системы. На самом деле это невероятно творческий процесс. Люди создают целый мир, населенный голосами, фантазмами и страхами, и они полностью погружены в него. Они верят в него. Мы приглашали людей в студию поиграть в игру. В ходе одного из тестов они прошли большую ее часть, обнаруживая связи между рунами, тайными посланиями и нависающей угрозой тьмы. В мире Hellblade много исходных условий, которые с точки зрения Сено кажутся разумными. Медленно убивающая ее изнутри темная гниль, тайные руны богов, что преграждают путь в Хельхейм, и странные связи явлений, введенные в игру, чтобы вас запутать. Чтобы пройти этот путь вместе с Сеноу, вы должны усвоить и принять логику и значение всех этих вещей. После нам говорили, что не увидели в игре черт психического расстройства. То же самое сказали бы люди с бредовыми идеями. Они не осознают, что их восприятие мира в чем-то ненормально. Воплощенные в Hellblade изменения восприятия и алгоритмы мышления составляют типичные симптомы психоза. Но люди с реальным опытом стремились донести важную мысль. Нельзя судить человека по его симптомам. Нередко расстройство провоцирует не симптомы, а порицание, отчуждение и дурное обращение со стороны остального общества. Что я и казав. Нормальность относительно. На роль Сенуа мне нужен был кто-то, кто смог бы пропустить через себя ее страдания. Мелина Юргенс, наш видеоредактор, несколько месяцев изображала Сено, пока мы оттачивали техники захвата движения. О, так сама она... того не осознавая, она прошла отбор на роль. Прикольно. Я понимал, что ее не нужно учить играть, ей достаточно вновь пережить собственную внутреннюю боль. Часто бывает, что перенесшая душевные муки совсем рядом с нами. Надеюсь, что создав в лице Сено убедительную и вдохновляющую героиню, которая кажется реальной, несмотря на фантастическое окружение, мы можем заглянуть в ее реальность, отличную от нашей, и вот тут в игру вступает повествование. Я представил ее жизнь, опираясь на общие черты жизни реальных людей. В детстве она всегда была склонна к психозу. Ее мать Галена тоже слышала голоса и видела видения, так что не обошлось без генетики.
Или, возможно, дело в культуре, ведь она жила в мире без науки, в мире богов и суеверий, примером чему служит ее отец-друид Зинбель. Ну, я сказал, цыбачка. Психоз ее развивался с подросткового возраста и только усилился из-за порицания и отчуждения со стороны отца и соплеменников. Да. Вид растерзанного возлюбленного Диллиона становится последней каплей, заставляя перестроить реальность вокруг понятия, что связывает все — тьмы. Поэтому на вопрос, реально ли то, что испытывает Сено, можно ответить лишь «да, все реально». Такова ее реальность. Прикинь, это еще для нас психоз. Это для них реальное життя. Под конец работы над проектом мы позвали пациентов и профессионалов, сотрудничавших с нами, взглянуть на почти готовую игру. Для нас это был шанс узнать, верно ли игра отобразила их опыт или мы исказили его. Для меня участвовать в проекте, особенно в создании героини Сенуа, было очень важно. А возможность привнести свою точку зрения, то, что я вижу и то, что слышу, и дополнить этим игру — настоящая честь для меня. Игра жесткая и насыщенная, и в ней много непростых тем, которые показаны честно. Прыгай до пени. Добре, что мы тут сюда и сочуденных завезли. До глубины души. Это невероятно получить возможность применить наш жизненный опыт таким творческим образом. Нас привлекли к работе не чисто символически. Игры для детей, чувствуется, да? Чувствуется, что нас действительно слушали. Наши слова взяли на вооружение, и, по-моему, игра получилась весьма реалистичной. Она кажется настоящей. Когда будут сказать, что игры это для детей, покажите им Hellblade. Щоденник разработки в темпаче. Hellblade наглядно покажет людям, каково это — слышать голоса и переживать подобные вещи. Здорово, что команда Ninja Fury пригласила нас, чтобы помочь создать такую отличную историю. И когда игра выйдет, я куплю ее и опробую. Я думаю, все это время меня очень вдохновляло то, каким образом наши беседы воплотились в игре. И я даже не могла представить, что это можно сделать так чудесно, правда чудесно. Я очень надеюсь, что по открытой ими дороге последуют другие. И будут использовать видеоигры и подобные им способы менять восприятие людей, помогут лучше понимать друг друга. И даже, наконец, избавят тех, кто слышит голоса и переживает другие вещи от порицания. Арты прикольные. Для меня было крайне захватывающе увидеть предмет, изучаемый мной с научной позиции, так прекрасно воплощенным в героине, который пытается проникнуть в тайны окружающей действительности со всей ее странной зыбкостью, гаммом и противоречивой информацией, которую она получает. Очень волнительно было наблюдать за этой попыткой воплощения психического расстройства. Мне представляется, что таким способом мы можем получить сведения, недоступные при чисто научном подходе. И действительно прочувствовать, на что это похоже. Психические расстройства существуют столько, сколько и род людской. Но почему? Почему эволюция не вытравила этот недостаток из нашего генофонда? Я много размышлял над этим, пока не понял, что в самом вопросе есть изъян. Ведь он предполагает, что быть другим — это недостаток. Компьютеры, ракеты, медицина, поэзия, искусство и те же игры у нас появились потому, что отдельные люди смогли создать в своем сознании новые абстрактные реальности и поделиться ими с другими. Чтобы общество могло развиваться, нужно, чтобы люди были готовы смотреть на вещи по-новому. Я уверен. И мы должны быть открыты для нового взгляда на мир. Уверен, мы в нее заиграем. Это желание побудило меня создать историю Сенуа и поделиться ею с вами.
хотите узнать больше о психозе и психических расстройствах, посетите сайт игры. Hellblade Help Info. Ось що значить розвинене суспільство. Тут людей з такими проблемами поважають, ними цікавляться, хочуть допомогти. В нас, на жаль, цього цураються, тим паче, щоб допомогти таблетки, психлікарні і все. Да, це найкраще. Ізоляція, типу, і все. І давай, до свідання. Згоден. Тому що розуміння нормалі доволі дивно сформульоване. Ну, якось так. Коротше, я дуже радий, що ми ще й фільм встигли подивитися. Офігенно цікаво дивитися щоденники розробників, щоб ми перед... Всі ці огляди ігор, блін, рецензії, це все дерьмо. От реально, це дерьмо вже. Тим паче огляди ще до релізу гри. А от щоденники розробників, якщо там вицепляти інформацію цікаво, ну, навряд чи так часто можна буде знайти, як, наприклад, з Хеллблейдом. Тим паче з Хеллблейдом. І не всі компанії роблять ці щоденники. Це, блін, шкода. От, і якби перед новинками таке наривати і дивитися, це було б супер круто, як на мене. Ну, якось так, друзі. Всім дякую, хто був. Всім вам дякую. Дякую за вподобайки, за підтримку. Щиро вдячний, якщо ще не протиснув, протискайте. Дякую, що були на стрімі. І дякую за підтримочку ось там і ось там. Дуже ціную, це дуже сильно допомагає. Не прощаюся, але скажу до зустрічі.